Роман Цвітан, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор. Я рада вас вітати і бачити. Добрий вечір, пане Роман. Вечір добрий, бажаю здоров'я. Пане Романе, новина буквально кількосекундна. Путін наградил воєнкора татарського орденом мужества, но только посмертно. Уже ось така інформація. Я хочу вас запитати про татарського, ну не в контексті того, наскільки це сколихне Російську Федерацію і загалом про безпеку в Санкт-Петербурзі, а про те, що це людина, українець за походженням, він з Донецька. І я так думаю, що ви теоретично можете дати якийсь фідбек про цього персонажа. Ну, это макеевчанин, как и я. У нас много макеевских, только по разные стороны баррикад. Ну, этот вот с той стороны. Есть еще Пушилин, такое же чудо примерно макеевское, тоже с той стороны баррикад. Прекрасно их всех знаем. Последнее время эти военкоры начали петь под дудку Пригожина и в нелестном, таком, как и Пригожин, контексте освещать работу Генштаба Министерства обороны Российской Федерации и ФСБ. Закусились, называется, с силовиками, и вот силовики их немного, наверное, убрали. Одного убрали, а второго просто предупредили таким минусованием. Ну, как всегда, как это силовики делают, повесили, это пытаются, по крайней мере, повесить на украинские спецслужбы. Потому здесь явно прослеживается такого рода само движение. Путин в нем участвует, раз уже наградил посмертно этого товарища, в скобках будем говорить. Потому большая информационно-психологическая спецоперация, которая сейчас раскручивается вот с помощью такого рода действий, скорее всего, она закончится попыткой протянуть какую-то резолюцию через Совбез ООН, в котором сейчас Россия главенствует, резолюцию типа с осуждением террористических актов, которое совершает украинское государство. Вот это уже видно, куда это они разворачивают. То есть одним ударом пытаются выбить несколько позиций. Это примерно тот же уровень, когда они в свое время ФЭПСы подрывали дома десятиэтажные, вот крайних поймали, да, лет 20 с чем-то назад, крайних поймали ФЭПСов, которые закладывали взрывчатку под жилой дом в районе Рязани. Вот там после этого оно закончилось. Путин участвовал, Патрушев участвовал. То есть это вся комарилия ФСБшная. Вот они цирк сейчас устроили. Ну, підриви – це такий відточений почерк, очевидно, російського ФСБ, бо десь так само пішла і Дар'я Дугіна, також відома російська пропагандистка, що, правда, її підірвали в машині. Але от ви кажете про Пригожина, про те, що йому передали привіт, так само пишуть і в Інституті вивчення війни. Це можна пов'язати тому, що підрив відбувся в ресторані, який належить Пригожину, в Санкт-Петербурзі, в місті йому не чужому. Сам Татарский с Пригожиным в паре работали, то есть он подсвечивал Пригожина, да, это ОПГ пригожинское, татаров там часто бывал, то есть это практически, можно сказать, одно целое. Потому и, а тем более как раз в пригожинском кафе такой подарок и преподнесли. Это как раз, это практически удар чисто по Пригожину. Удар ФСБшный, удар по Пригожину, ну а как всегда они обкрутит это все в такую красивую обертку украинского террора. Ну, по крайней мере, попытаются это сделать. Мінус один пропагандист. Знаєте, ніхто від того в Україні, безумовно, не засмутився, а десь навпаки. Пане Романе, про Пригожина. Вчора він такий в образі зеленого чоловічка записав невелике відео і каже, що юридично, от, пожалуйста, закріпляємо флаг, Бахмут наш, сказав Пригожин. Сьогодні ми бачимо світлини генерала Сирського на позиціях у Бахмуті. Сьогодні ми чуємо заяву від речника Сергія Черватого про те, що росіянам ще далеко до повного захоплення Бахмута. Яка ситуація? Про яку динаміку бойових дій в цьому місті можна зараз сказати? Серая зона, по которой шастают ОПГ Пригожина, она распространяется и на центр Бахмута в том числе, потому не исключаю, что они могли и юридически
как-то сфотографироваться с флагом в каком-то месте. Даже физиологически могли там оставить определенные свои следы. Много еще можно придумать и физически, и как угодно. Потому это совсем действие Пригожина, оно опять же ложится в парадигму общего его стремления как-то висеть в информационном поле российском. Вот с таким нарративом попытки взятия Бахмута. Опять же, попытки, 649-я попытка, завтра будет 640-я, ну и так дальше. Потому удерживаем мы Бахмут, удерживаем рубежи обороны в районе Бахмута. Это шоссейка. Мы уже, наверное, не одну неделю об этих рубежах говорим. Ничего там не происходит положительного для Пригожина. Шоссейную дорогу из Константиновки в Бахмут мы удержим. Они через нее так и не перешли. Дальше это рубеж реки Бахмутки. Определенные цеха промзоны АЗЦМ, так называемого Артемовского завода по обработке цветных металлов. Хромово отбросили россиян. Там было проведено определенное контратакующие действия украинских войск, заняли более лучшие позиции для обороны. То есть Бахмутский гарнизон держится в связке с Часовьярским, потому ничего не происходит в худшую сторону для украинских войск. А вот у ОПГ Пригожина есть проблемы. Уничтожаются его части боевые, уже пошел золотой запас, так называемый. Он уже достал тех профессионалов и уже их бросает в бой. Кончились мобики, вернее, сидельцы. Це вже професійні найманці, які десь в Сирії були, в Африці. Да, это уже пошли профи, потому минусование идет уже основных сил именно в районе Бахмута. Одеться они никуда не могут, уйти они от Бахмута не могут, они попали в информационный капкан. Теперь получается либо умереть, либо с флагом бегать по Бахмуту. Вот то, что пытается в последнее время сделать тот же Пригожин. Ну а тяга его к флагам, это скорее всего какие-то фантомные боли по определенным персонажам Кантарии и Егорова. То есть вот хочется ему куда-то этот флаг вставить в Рейхстаг. Ну, до Рейхстага еще несколько тысяч километров, но он пытается хотя бы где-нибудь его воткнуть в районе Бахмута, им как-то сфотографироваться. Это занимает место Кадырова. Вот тоже был такой великий тиктокер, сейчас что-то у них там случилось, а почки распустились, говорят, весна. Потому Пригожин занимает его сейчас место как раз в тиктоках. Пане Романе, на минулому тижні була інформація про те, що вагнерівцям, і ми бачили фотознімки, про те, що їм вдалося зайняти завод з виготовлення шампанських вин, зокрема у Бахмуті, ну, де алкоголь, там і росіяни. Воно зв'язок зрозумілий, але ми знаємо, що там, власне, катакомби – це серйозна територія, враховуючи, що це якісь підземні сховища. Як вони можуть використовувати цей комбінат? Обманули, там уже алкоголя нет и давно, потому они были очень удручены, когда это, об этом узнали. Комбинат, он находится чуть в стороне от центра, то есть он не является определенной ни рубежом обороны, ни в принципе определенными цитаделями для каких-то задач. Опаснее, даже не опаснее, а важнее это АЗЦМ все-таки. Вот он рубеж обороны для нас. То есть мы удерживаем этот рубеж. Россияне в него заходят. Приходится работать точками, приходится работать авиабомбами планирующими, приходится работать и хаймерсами. Такой хороший, получается, хороший плацдарм для уничтожения россиян. Именно АЗЦМ. А вы правы по поводу завода шампанских мин. Они ушли в подземелье, то есть те катакомбы, их там достать практически невозможно. Но это далеко, далеко от рубежей обороны, пока он нам пока не интересен. Уже будем, когда освобождать Бахмут, ну, Бахмут мы ж не такие, как россияне, мы его будем отрезать от нитей снабжения, потому они сами оттуда вылезут из этого завода.
Фактично викоримо їх звідти. А ви сказали про плануючі бомби. Власне, такі на аналог тих, які мають Україна, кажуть, що почали використовувати і росіяни, зокрема, використовують їх по території Сумської області. Ми бачили кілька разів ними обстріли. Чи можна це пов'язати з тим, що приберігають, можливо, ракети, да, от використовуючи такого типу бомби? Нет, это, наверное, не с ракетами связано, это связано с тем, что могут, у них очень много, так как и у нас, очень много авиабомб свободно падающих, особенно 500-ок, полутонных авиабомб, это ФА-500, АФА-500, фугасные или осколочные фугасные авиабомбы. Они пытаются их как-то использовать, но свободно падающие для того, чтобы их сбрасывать, надо выходить, заходить за линию фронта. Тогда можно их использовать. Мы их, естественно, сбиваем, российские самолеты, потому для того, чтобы не заходить за линию фронта, до линии фронта сбрасывать эти бомбы, они, скорее всего, скопипастили джедамы американские и пытаются на колени, пока не серийного производства, приделывать такие обвесы для этих свободно падающих бомб, которые, на которых крылышки, на которых они планируют определенное количество еще километров, там от 10 до 40, в зависимости от того, когда крылья эти сломаются. Есть там очень много проблем, связанных у россиян с управлением этими бомбами, то есть они просто забрасывают уже куда полетит, куда долетит, туда и долетит. Этим, кстати, как раз они и опасны, так как эта бомба может свалиться в любой момент, вот даже по Донецку попали. Такого рода бомбой, бомба российская, и отвалившиеся крылья от этой бомбы просто обрушили ее на город Донецк. Сами по себе успели жахнуть. Но опасно, сами по себе эти бомбы, конечно, опасны. Пане Романе, ну а зараз ми розуміємо, що Донецький напрямок він найінтенсивніший, що стосується динаміки бойових дій. Але от коли говорити зараз про Авдіївку, мали розмову з паном Дмитришківським, який відповідає за Таврійський напрямок. Він каже про те, що якщо говорити про угрупування, яке працює росіян, працює зокрема навколо Авдіївки, то там немає вагнерівців. Каже, що зараз там помітні, окрім регулярних військ російської армії, зараз там помітні якісь спецпідрозділи, які непогано вдягнені, непогано екіпіровані і мають якусь навіть певну техніку, більше застосовують авіацію. Чи змінюється фокус уваги з Бахмута, де віддали то Пригожину, да, що ну як хочеш, але маєш вирішити це питання, і взялися за Авдіївку? Чи може змінитися цей фокус? Діло в тому, що сам по себе Бахмут для россиян уже бесперспективное занятие, именно для генштаба. Дойти до Славянска они не успевают, у них осталось еще, ну, может быть, несколько недель потоптаться в районе Бахмута, и дальше надо будет принимать решение, на какие рубежи обороны отходить. Либо, допустим, в ту же Попасную, либо еще глубже в сторону России возвращаться, на определенные рубежи, с которых стартовали в прошлом году. У них это будет задача, и они отминусовали это направление как бесперспективное. Ну вот попал в информационный капкан Пригожин, ну вот он в районе Бахмута и обтачивается. А вот Авдеевка уже другой вариант. Для россиян Авдеевский гарнизон и Мариинский гарнизон как кость в горле. Они нависают над Донецком, рядом с Донецком несколько километров до границы города. Естественно, можем работать с этих двух точек по всей Донецко-Макеевской агломерации, по военным объектам, что мы и делаем успешно. Потому у россиян очень большая проблема. Для них, у них, еще раз повторюсь, несколько недель осталось до определенных уже действий. Им надо будет переходить в глухую оборону. Они уже выдыхаются. Потому вот на этом, на последнем издохе они пытаются отодвинуть наши гарнизоны из Мариинки и Авдеевки хотя бы километров на 30 от Донецка. Хотя бы до Карловки, до Карловского водохранилища дойти. Вот они сейчас даже бросили ту же Мариинку. Они сразу начали двигаться с Песок в сторону Карловки по дороге Донецк-Днепр. Пытаются, но это чуть южнее Авдеевки, то есть этот язык, который уже начинает более-менее оформляться, они пытаются выйти сразу на Карловское водохранилище, на Карловку, а это уже
это как раз тыл Авдеевского гарнизона. И с одной стороны, если чуть южнее, это южнее, это Угледар. Коллеги, покажите, там Угледар. Они также не с Угледара пытаются подняться на север, то есть с юга на север, выдвинуться на Курахово. И дальше с Курахова опять же на Карловку, на Карловское водохранилище. Это наша вторая основная линия обороны. Вот они пытаются Угледар, Марьинку, Авдеевку сдвинуть хотя бы до Карловки, до Карловских водохранилища, до Карловских определенных водных преград. Это километров 30. Вот для них это очень важно. Если они этого не сделают, то мы останемся в районе Донецка и будем постоянно дальше уже нависать над городом. Вот это, скорее всего, вот в эту сторону уже смещается задача от Бахмута, от той же Белогоровки, а вот именно сюда, под Донецк, с такой задачей. И опять же, не успевают. Они их, с одной стороны, подставил в свое время именно Пригожин, выходя на Бахмут. То есть, уводя туда фокус внимания, он отвлек от Авдеевки и от Марьинки, от Угледара, и сейчас они просто не успевают. Через несколько недель начнется зеленка, подсушит, после Пасхи, я думаю, начнутся и наши некоторые наступательные действия. У россиян не будет просто времени, ни сил уже выполнять такое задание. Они уже опоздали. Зараз про це поговоримо, бо є багато новин і багато заяв з приводу українського контрнаступу. Загалом, за останній тиждень, десь розуміють це і росіяни, ну, бо говорити, що геть вже зовсім там всі дурні, очевидно, не доводиться. Розуміючи, що Україна вдарить, і вдарить дуже скоро, чи пришвидшились вони в своїх наступальних діях за останній тиждень? Тобто ми говорили, що фактично це їхнє обіцяне велике січневий наступ, він видихся. Але за останній тиждень можна сказати, що вони десь просунулися і мають якусь активність? В основному по п'яти направленням. Нових нет абсолютно ніяких. Ані Угледар, топчаться в районі Угледара, пытались з востока його обойти, потім зараз пытаются с запада его обойти. Ну, там правильно выбранный рубеж обороны. Его обойти практически невозможно. Марьинка та же самая картина. То есть там несколько рубежей обороны. Они некоторые разрушили. Мы отходим, удерживаем следующий. То есть Марьинка так же само стоит. Про Авдеевку мы уже рассказали. Бахмут тоже понятно. Есть еще один рубеж, район Белогоровки. Вот тут они пытаются. Белогоровка — это между Сиверском и Лисичанском. От Белогоровки до Лисичанска там чуть больше десятка километров. То есть для них это большая проблема. Правый берег Северского Донца, можем выйти до Луганска по правому берегу, потому они пытаются сейчас нас давить в районе Белогоровки. Но там также правильно выбранный рубеж обороны. Мы именно туда ушли сразу, с Северского Донца, не стали задерживаться в Лисичанске. Ушли сразу в Белогоровку, превышение, хорошо выбранные системы обороны нашими командирами. И вот уже несколько месяцев Белогоровский выступ держится. И это один из наших направлений нашего контрудара. Ну и остается под давлением на наши некоторые части в районе Кременной. Россияне все пытаются выйти из лесов, но никак не получается. Как только выходят в поля, как только выходят напрямую, на удар прямой наводкой, их сразу уничтожают. То есть, опять же, нигде практически никаких продвижений у россиян нет. Сьогодні пройшла інформація про те, що росіяни намагаються зробити все можливе і неможливе, щоб відбилити репутацію славнозвісної 155-ї бригади морських піхотинців, яка у нас там склалася в землю і в чорні пакети приблизно під Вугледаром. Ну і кажуть, що набирають туди мох і болото для того, і там якесь ІПСО спеціально розганяють, для того, щоб, ну, сказати, що мощ вона ще є. А що насправді з зараз станом російських військ, зокрема на прикладі цієї бригади? 155-ка и 40-ая, две бригады, которые практически полностью полегли, если считать по личному составу, под Угледаром. Осталось только печати и списочные составы. Вот они туда уже второй или третий
набирают третий состав под эту тему, оставая только название и больше ничего. Действительно, им надо отбелить эти бригады, так как их по военному времени они должны были бы пойти на расформирование. То есть в таких случаях, когда больше двух третей бригады гибнет, она идет на расформирование и полностью воинская часть прекращает свое существование. Потому для того, чтобы по такому маршруту не идти, они вот сейчас пытаются как-то обелить, вот опять пытаются топтаться в районе Угледара. Это то, что мы с вами уже проговорили. Западнее будут пытаться выйти, западнее Угледара, выдвинуться сразу на Курахово. Но там та же самая картина. Там река, запруды, очень много озер, сеть озер таких запруженных. Пройти их невозможно незамеченным, потому, я думаю, уже после, ну, это морская все-таки бригада, или попытаются они, по крайней мере, поплавать по этим озерцам в одну и в другую сторону. Там также пристрелены позиции, выйти с этих, выйти на север, на северную часть незамеченным невозможно, потому, я думаю, их ждет примерно та же участь, что и первого, и второго состава в этих бригад. Не знаю, что они будут уже рассказывать, что они там взяли. Ну, может, возьмут какую-нибудь деревню, но опять там даже деревень нет, то есть найдут где-нибудь хуторок какой-нибудь с сельским туалетом, будут пытаться воткнуть в него флаг и сниматься, примерно как это снимается сейчас тот же Пригожин, а дальше раскручивать по России. Россияне в это верят, я думаю, воспримут правильно. Наші туалети – це взагалі їхні фантомні болі, знаєте, тому не здивуюся. Десь правильний рецепт і пораду дав їм наш президент. Він сказав, зокрема, говорячи про український контрнаступ, наступне, що росіяни ще мають час піти, інакше ми їх знищимо. Безумовно, президент не розповів, коли саме ЗСУ будуть готові до контрнаступу і де, але водночас надвечір з'являється інформація від постійного представника Сполучених Штатів Америки при НАТО, який сказав наступне, що США ожидають, що Україна в ближайші неділі проведе контрнаступлення. Сьогодні знову ж таки з'являється інформація від Кірбі про новий пакет військової допомоги на 2,6, здається мені, мільярдів доларів, далекобійні ракети і інше необхідне, я так розумію, для українського контрнаступу озброєння і приїде. Да, в основном это в чистом виде наступательное вооружение, боеприпасы, как раз те, которые расходуются при наступлении в больших количествах. Очень хорошие пакеты. Вот если сравнить, допустим, пакет декабрьский и пакет сейчас. 275 миллионов в начале декабря и 2,6 миллиарда сейчас. Ну вот небо и земля. Вроде как бабка пошептала, и американцы наконец начали правильно видеть развитие событий. А это, кстати, радует. Это как раз радует. То есть примерно такие пакеты мы будем использовать понедельно. То есть вот этот пакет примерно это на неделю работы по российской армии. Естественно, это при наступе? В наступлении, да. Это в наступлении. То есть это пакеты уровень недельного использования в наступлении. Потому в таком режиме уже видна подготовка, и я думаю, мы будем в таком режиме и работать. Президент в этом смысле прав о том, что россиянам, конечно, лучше уйти, но мы не будем им подсказывать, как им лучше. Для нас, я бы сказал, чуть другое. Нам нельзя их выпустить. Нам нельзя сделать так, чтобы они ушли. Нельзя их выпустить. Они уже уходили с трех точек. С севера они когда ушли, с севера Украины, они потом появились на Донбассе. Они ушли с Изюма, появились на правом берегу Херсона. Херсонской области, ушли с Херсонской области, опять появились на Донбассе. Их нельзя выпускать. Их надо, в этот раз их надо уничтожить. 400 тысяч россиян, они должны все здесь остаться в Украине. Ни один выйти не должен. А для этого нужно вот такие по 2,6 миллиарда еженедельно выделять, ну, не скажу, что помощь, здесь не помощь, скорее всего, это уже определенные моменты, связанные с передачей самой техники, то есть не помощь финансовая, а именно техника и боеприпасы. И таким уровнем мы их здесь и оставим. Ни одного не выпустим.
Польські міги вже в Україні, Міг-29, вдвічі швидше, до речі, ніж очікувалося, кажуть експерти. Це також все туди, до контрнаступу? 29-е, да, ну мы сейчас МиГ-29-ми, там около 3 эскадрилей нам светит именно МиГ-29. Одна эскадрилья это будет словацкая, она уже передается, и пара эскадрилей, скорее всего, польских МиГ-29-х. Но это мы только восстановим свои потери. Мы потеряли несколько десятков самолетов за более чем год, летчиков, восстановим свои потери. Да, восстановим свои потери и подтянем некоторые пробелы по авиации, но не кардинально решим вопрос. Для решения кардинального решения вопроса в перевесе в небе нам нужны истребители. Истребители F-16. Здесь уже можно говорить о разных истребителях, но раз уже Залужный сказал F-16, значит, будем говорить об F-16, будем ждать F-16. Скорее всего, все-таки они придут. Успеют ли на начало, посмотрим. Для начала нам хватит МиГ-29 и того количества зенитно-ракетных комплексов, которые у нас есть. Они также прикроют небо, но не ускорят наше движение. А F-16, помимо того, что мы как минимум в 3-4 раза быстрее будем двигаться, где-то разов в 10 у нас будут меньше потери. Когда работает авиация перед движением колонн наземных, авиация, мы спасаем жизни наших пацанов, которые по земле топчут. Летчики сверху проделывают иногда до 90% той работы, которая обезопасивает наш личный состав. Потому еще раз F-16 и F-16. Ну, дивіться, і Телеграф, західне видання, написало про те, що Україна втрачає найбільш досвідчених пілотів, поки Захід зволікає з передачею F-16. Воно все якось так виглядає, як, ну, що буде таке рішення? Просто таке саме було у відношенні Леопардів 2, до прикладу, да? Коли Німеччина довго думала, як нам дати Україні чи не дати. Тоді движення було дуже хороше по поводу Леопардів. Я ще тоді говорив, що не просто так Шольц придержал движение леопардов. Шольц, в конце концов, выдавил Абрамсы из американцев. То есть, можно сказать, с одной стороны, сделал правильный ход. Мы получили и леопарды, уже практически все, что нам обещали. И мы еще и получим Абрамсы. Причем принято правильное решение не двойку, а единицу нам передавать. То есть, первой модификации их больше. С ними возни меньше. Они примерно уровня такого же, как и Леопард второй, как Челленджер, то есть, в принципе, решат те же самые вопросы. По авиации, я думаю, будет то же самое. То есть, принято будет решение, а уже исполнить его, ну, можно очень быстро. Мы буквально за несколько дней подготовили аэродромы для принятия F-16 в 2012 году, когда они выполняли боевое дежурство с аэродрома Миргород. Это прикрывали Олимпиаду 2012. Mm-hmm. Мы приняли и подготовили аэродром Староконстантинов и аэродром Подскока рядом, когда пришли пара F-15 в 2018 году. Они приходят с аэродромно-техническим обеспечением в Galaxy, в транспортниках. То есть мы можем принять эти самолеты, а дальше выполнять боевые полеты в зависимости от готовности нашего летного состава или в спарках с летчиками американскими, которые могут подписать определенные контракты с иностранным легионом. То есть механизмов выполнения боевых задач, ну очень, я только вот сейчас несколько их нарисовал, а я еще могу с десяток их придумать, как правильно это сделать. Потому здесь сейчас остается вопрос только за политическим решением по передаче нам этих самолетов. Пане Романе, ну кажуть, що росіяни витягли якусь нову серію лінійки Су на лінію фронту, Су-35, якщо мені не зраджує пам'ять, що ну, от якісь такі нові літаки вони будуть тут застосовувати, і в принципі вони збільшили кількість вильотів на лінії фронту. Су-35 – это не новый самолет. Это у них, он уже несколько лет летает. Это самолет на базе Су-27. У них, в принципе, все самолеты сейчас, истребители, бомбардировщики, на базе
старого советского Су-27. Это и Су-30, и Су-34, и Су-35. Это все Су-27, только с некоторыми задачами. Су-34 больше там бомбардировщик, Су-35 многоцелевой истребитель с двигателями с изменяемой геометрией. То есть с тягой, вернее, изменяемой геометрией тяги. То есть, но это все прибамбасы, они для воздушного боя. А воздушного боя как такового уже, наверное, лет 50 никто не ведет, так как в основном воздушные платформы друг друга уничтожают с помощью ракет. И чем дальше ракеты, чем лучше прицелы и дальше работают прицелы, чем лучше и дальше идут ракеты, особенно с активными головками самонаведения, это называется, выпустил, забыл, тем лучше, потому все, что они навесили на Су-35, там как минимум половина, но не нужно в воздушном бою. Самое главное, это вот ракеты и радары, радары и ракеты. Вот F-16 крайних модификаций, у него радары до 400 километров видят, и ракеты за 200 километров летят. Это примерно тот же, те же самые, как и на F-35 стоят уже на ногу. То есть уровень таких самолетов, если нам передадут, там этот, что Су-35, что Су-34, вот все Су, которые у них есть, соберут всех Су, они ничем не помогут. Вот здесь и есть этот перелом. Мощный перелом. То есть, ну, опять же, третий раз скажу, F-16. Ну, от ждем его. Ставимо на цьому крапку. Дякую вам дуже, пане Романе. Будемо стежити за тим, яким буде цей тиждень, для того, аби поговорити наступного. Дякую дуже. Роман Світан, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України, військовий льотчик-інструктор в нашому етері.